Так, наверное, М-ку возьму, слушайте. Пусть хоть и без обесов, но... М-ка и С-ка, да? Что, закрылась дверь? Не понял. Касочка слетела просто сразу же. Наверное, с корячком хочу поиграть, ребята, эту катку. Если вы не против. Но вы не против, я думаю. Правильно же? Вы же не против? Так, чел видел, поднялся на второй этаж. Тут у меня чел бегает. Где-то за... Так, ну он может пойдет аптечку забирать, и я его тут убью. По факту он уже здесь где-то бегает. Так что он по идее должен выходить. Ага. Ё-моё. А как так вышло-то? Я же отпустил уже даже прицел. И он за прилавком, да? Александр с дробовиком. Ну, ошалеть. Жесткий парень. Я реально не мог бы подумать, может я, ну я не знаю, может я что-то сделал, типа, я просто все вообще перетыкнул, просто все, что есть в компьютере, и у меня действительно FPS стало больше в разы. Как это работает, я не знаю. Прикольно. Поэтому... Это боты или это не бот? Это бот, да? Да, это боты, я не буду на них время тратить. Странно, что в такое время они есть. Не буду, так сказать, портить статистику. Пусть они там стреляются. Не буду их убивать. Хочу драться только с живчиками. Ё-моё. О, нифига, как я запрыгнул. Ошалеть. Ну тут, кстати, менее удобно, да, по-моему, будет? У него драгунов. И он, по факту, меня сможет сваншотить. Вроде бы есть попадание. Тут нельзя так слишком прям под него. Здарова, петушка. Хорошего стрима. P.S. Петушков. А вот и все. Пойдет пушить?
Хер Мифо. Бери драгунов обратно? Не, я со снайпой, ребят. Я бы на самом деле с драгуновым тут меньше сделал импакта, чем с кариком. С кариком что, прикольно? Ты выстрелил, типа, и сразу же ушел, и пофиг. А с драгунова ты все равно стараешься как-то репикнуть, и тем самым ты снова подставляешься и, типа, как-то более предсказуемо, короче, движешься. Поэтому, не знаю, мне проще, типа, выстрелить, переждать, потом что-то поменять, какую-то позицию, снова выстрелить. На самом деле, я вот хочу, знаете, какую игру, где просто у всех будут одинаковые настройки, просто у всех. Просто не будет выбора настроек. Не будет выбора настроек, все будут плюс-минус играть на одинаковых условиях. Кайф. Я считаю, в этом что-то есть. Так, мне тачка нужна, у меня тут нет тачек опять. Ну вот представьте, есть чел, который, например, хочет играть и кайфовать, там, допустим, с какого-нибудь графона, да? А есть чел, которому вообще насрать просто на это все, и он просто убирает вообще все настройки, там, грубо говоря, которые есть. И все, и он его по-любому чпокнет просто. Но человек-то хочет играть как бы, типа, красиво. Ну, не знаю, короче. Типа, тут такое, две стороны монеты. Кому-то это просто нахер не надо... А кому-то просто так. И вот как вот всем угодить? Только сделать какие-то единичные настройки, типа. Одинаковые плюс-минус, чтобы были у всех. А, ну я за тачкой пойду, я не хочу на мотоцикле ехать. Зона где-то далеко. Не у всех много FPS. Ну, так... оптимизировать. И все. Тачка сильно жужжит, капец. Так, где-то тут дроп падал, но... мне бы на самом деле задний вот этот папич занять. А, там уже занято, да? Понял. Так, я дроп нашел. И... тут, кстати, может быть, он уже лутанный. Ё-моё, спасибо. Он уже тут может быть лутанный, на самом деле. Ну, вроде как нет, да? Я посмотрел просто... он реально там не лутанный был. Где-то мотоцикл какой-то подъехал. Так, давайте, наверное, сзади просто крашнем в кемп. Нам по-любому сюда просто надо, в любом случае. Я бы крашнул просто и все. Я бы даже, наверное... он откуда стрелял? С папича или нет? Походу, да. Я бы на его месте... папича стоял бы. Ну, возможно, он не там. Но он там. Не попал, как и я. Вы хотел колесо сначала пробить. Ошалеть, тачек проехал.
Ну, чел со мной не хочет файтиться, да, походу? Карта 1060 пап не грузит. Но... Блин. Не знаю, что сказать. Соболезную. Нам обновляться. Ага. Это блокирован вход, да? Значит, у него тут стоит мопед. А где чел-то? На крыше, что ли, был? Или что? А, его убили, ё-моё. Ошалеть. Прикиньте, как я не прочитал, да? Ситуацию. Так, я хочу М24 взять, на самом деле. А куда этот чел ездил? В лобби. Нормальный выстрел. Четкий. Четко нацелился, четко выстрелил. Все с кайфом сделал. То, что от нее особо не вижу грандиозных плюсов. Ну, я не знаю, типа... Я вот в детстве, например, мы собирали рок-группу, и я хотел себе гитару. Она стоила на то время 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей гитара, это был 2010 год. Я работал 2 месяца на пилораме и потом купил. Все, что нужно знать. Поэтому, ну, у меня вот сейчас такое просто мнение. Когда чел говорит, что, блин, у меня слабый комп, да, там школьник какой-то, то это просто ленивый школьник. Типа, есть очень много способов заработать деньги, даже... Я не знаю, промоутерам идти листовки раздавать. Типа, если так подумать, там сколько сейчас платят? Ну, по 150 рублей в час, да, грубо говоря. Потому что я помню в 2000... когда я учился? 10-й год по 14-й год я подрабатывал, нам платили по 90 рублей в час. Сейчас я думаю, что, ну, типа, подороже все равно. Типа, побольше платят. Поэтому думаю, что сейчас где-то 150 рублей... Так это, бля, по 4 часа просто в день стоять. И иметь в день там, я не знаю, по, ну, почти косарю. Месяц это почти, ну, там, 25 тысяч. 20. Ну, типа, если прям сильно не упарываться, то и 15. 2 месяца поработать, 30к, вот тебе видюха. За 30к какую видюху можно купить, ребят? Какую можно купить видюху за 30к? И при этом не напрягайся. Тачка какая-то. А куда она? 40-60 на Авито новую. Ну вот. И цены выросли знатно. Ну так я вам и самый простой заработок рассказал. У нас ребята, например, знаю, когда я велики собирал, тоже подрабатывали. И они там работали по 5 часов, и у них зарплата была 25-30. После учебы ребята работали. Типа, это все в ваших руках просто. Ну, многие просто, я знаю, что... Полагаются там на родителей как-то, но это я не знаю, типа, такое. Типа, ну вот я сижу, допустим, у меня там 10-50 видюха. Я жду, пока там мама купит другую. Хотя на самом деле, блин, купил видюху, я не знаю, там. Нормальную, поработал 2 месяца, все. Можешь сидеть, стримить, например, там, что-то еще делать. Пожалуйста, себя как-то продвигать спокойно. Типа играешь и стримишь еще. И ни одного стримера не знаю, даже супер маленького популярного, кому бы не донатили вообще.
Реально, у каждого стримера есть какой-то донат плюс-минус. Там даже, я не знаю, 2-3 косаря в месяц. Но это все равно же плюс. Так, ну все, этого человека я спалил, допустим, да? Так, мне нужно просто ему повесить голову, ну или в тело вот так. Так, он сейчас будет хилиться. Он дальше побежал, офигеть. Ну это смерть. Значит, на 155 метров голову, найс. Ну еще без головы был, кстати. Тут снаружи был слева, видели? Сейчас будет выезжать. Блин, я думал, попал. А у меня в дропе C4 не было же, да? Или была? Нет, не было. Это грустно, я бы сейчас ему тачку отправил туда. А у меня C4 тоже нет, да? И здесь тоже нет нигде. А, тут у меня... А, я же убивал тут типа, давайте у него посмотрим еще. Время есть, пятая зона только идет. Сейчас я быстренько еще тут пробегусь. Тут нет. И у типа... А, тоже нет. Ну, грустно. Ну ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо попался мне. Если человек инвалид, что ему делать? Но он получает от государства денежку за инвалидность. У меня чел под домом. Да-да, нет-нет. Что-то я не понял. Или на крыше он у меня? Или мне это все слышится и кажется? Сейчас чел лежит, конечно. Привет, KXLL. Приветствую, ребята, всем. Приветствую. Всем привет. Не забывайте лайки, ребят, прожимать. Спасибо огромное, кто прожимает лайки. Это очень сильно помогает трансляцию, во-первых, двигать вперед. А те, кто ролики смотрит, тоже там комментарии и лайки тоже помогают. Так, тут авик, если что, ребят. Так, один у меня под домом и один за деревом. Все, ну по факту изи вин должен быть. Хорошо, сюда. Тыщ-тыщ-тыщ. 15 фрагов, нормально, с кайфом. Хорошая каточка получилась. Хорошо постреляли. Со снайпы, еще и пообщались, так нормально. Так, ну, сейчас лобби виснет, поэтому, не знаю, дэмэдж, наверное, не посмотреть. Хотя давайте дождемся. Так, ну, все, мне 15 500 урона и 15 киллов. Кайф! Найс. Nice.